Всем привет, ребят. Вот такая у нас сегодня акция на китайке. Не знаю, за что не думал видос писать. Но вот начал ролить. И что-то собрал. Сейчас посмотрим, что отсюда дают. Отсюда дают дохренище питомцев. Просто жесть. Охренеть. Идем дальше. По-моему, Flash Royale или как, я не помню, давно уже в преферанс этот играл. Не преферанс, я не помню, как оно называется, в общем, неважно. У нас есть комбинация, очень даже неплохая. И нам надо просто сюда вырвать вольта. И мы типа заберем джекпот. Есть у нас 77 попыток. Бубнового вольта надо. Еще раз валет, еще получили. Ну типа, если нажмем забрать. Ай, сука, пропало все. Бля, обидно. Вот это я лоханулся. Ладно, сейчас поищем еще комбинации. Надо было оставлять и дальше искать. Так, я думаю, так, где-то у нас здесь было король, да, давайте тут попробуем. Вот, десяточка уже есть, отлично. Это просто жесть. Восьмерка, блин, жалко. Ну, буду знать, возможно, у нас добавят на нашем серваке такую акцию. Попробуем в нее поиграть. Думаю, будет интересно. Вы напишите в комментах, как вам такого рода акции. Азартные уже игры добавляют у нас. Было бы, кстати, неплохо, если бы ввели, как в многих играх, встроенные мини-игрухи. Так. Мини-игрухи, где можно просто пофаниться, поиграть с лицамики те же самые. Либо поднять самиков. Было бы, думаю, интересно многим. Даже обычным игрокам. Чисто для развлечения. Какое-то казино. Чтобы можно было поиграть там за столами. Хоть как-то разукрасить будни. Серые наши. Так. Ну, что-то вообще не падает бубна. Так, валет, но не тот. Сейчас попробуем. Четверочка. По-моему, за 5 цветов тоже дают. Надо обратно вернуться в картежные игры. Так, валет. Хочу бубну сначала нарулить. Блин, вот это я лоханулся, конечно. Обидно. Ну ладно, посмотрим, что там нам пришло. Вариантов комбинаций очень много разных. Так, ну давай. Блин, не хочет. 40 попыток у нас осталось. Да, питомцев здесь, конечно, поднимать вообще огонь. Смотрите, просто не падает бубна. Как... Ну где она? Что за херня? Давай. Туз. Помню, когда-то еще в студенческие года тоже бегал. Игрался на таких рулетках. Собирали. Интересно было. Сейчас уже это не интересно. Блин, просто тупо не падает. Сволочь. Просто тупо не падает. 26 попыток. Блин, упадет или нет? Типа хрен там. Вот смотрите, вот скажите, что не на это. Не пофиксим. Просто тупо все падает, кроме бубны. Сейчас, если мы восьмерку переролим, там останется меньше у нас попыток.
Так. Ну давай. Вот еще какие-то питомцы к нам подъехали. Как видите, здесь неплохо, неплохо дают питомцев. Смотрите. Каждый наш скролл это питомец. По 10 штук. Просто офигеть. Сейчас посмотрим, сколько мы там чего прокачали. Да. Короче, не хотят нам дать. Да, вот это, конечно, я завтыкал. Такая хорошая комбинация была. Ну, не факт, чтобы там, смотрите, что делается. Теперь сейчас просто тут переролим на другую. И 4 попытки. Король. Туз. Нет, не падает вообще. Жесть просто. Обидно. Вот упала семерка. Так, окей. Ну тут у нас вроде ничего нам не выпало. Я так пооткрывал комбинации кучу. Побежали забирать питомцев. Фига себе там нападало. А, вот оно. 80 тысяч. Это 1К кулаков. Ну смотрите, сколько пэтов дало. Это просто жесть. И причем питомцы, блин, кайфовые. Офигеть просто. Крутая акция. Так, смотрим. Я даже так вот за самики прокачаю, чтобы не тратить время. 35 уровень. Первый наш питомец, который уже 35 уровень. 27. Жесть, 28, почти 29. Ну, этих я, в принципе, качать не буду особо. Ну, акция, я вам скажу, действительно достойная. Так, идем еще там плюшки пооткрываем, что у нас есть. Офигеть, вот это китайка, конечно. Азартные игры добавили нам. Я не знаю, я не против, чтобы на русском сервере такое добавили. Или что-то интересное, более интересное. Так. Скин Фрэнки. Мы, по-моему, его уже активировали. Да, это у нас дополнительный с базара, пока мы собирали нашего огнекрыла. Так, мы можем его продать. Продать. Нам надо очень много кгшек. Продать. И продать. Отлично. Так, по картам фигня. Вот смотрите, сколько сундуков. Просто жесть. Мне бы так на основе. Так, что у нас еще? Коробки. Тут у нас каменка стоит на смене. Давайте подумаем, кому каменку впихнуть можно. Так. Стрелок. В принципе, там стойкость есть. Так, малыш, ник. Нет. Сетна. Дрейк. Так, а Некрос у меня один с каменкой уже прокачанный. Есть. Хорошо. Смотрим дальше. Шапка нет. Так, Гаргул. Ведьма, Вольт. Даже хрен его знает, кому эту каменку лепить. Она-то, конечно, нужна, но ребят с ремкой пусть будет. Так, Ронин. Давайте сюда поставим. С каменкой будет. Так, окей. Потом ремку ему сменим. Побежали. Откроем еще в сундучке. Гнев. Никому не надо. Поехали дальше. Просвещение. Вот так вот просвет у нас упал. Надо какого-то героя однозначно открыть. Кого мы будем качать в дубликате еще дополнительно?
Так, Фрея у нас есть, Фрэнки есть, Повелитель Бури есть, Заклинательница, Ронин, Ведьма. Анубисы, Анубисы, Рино еще один. Рино у меня один. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, Бигфут. Да, еще одного Бигфута придется прокачать, наверное. Одного мне маловато будет. Да, открываем, качаем еще одного Бигфута. Так, у нас, ребята, 100к силы уже, кстати. Так, отличненько. Так, наш Бигфутик. Еще один. Чем он? Отлично. Ставим просвет. Поехали дальше. Так, нафиг не надо. Блять, везет здесь, конечно, на стойкость. Ярость. Тоже не особо нужный талантик. Пока пусть повисит на смене. Так, с карточками мы разобрались. По этим талантикам потом будем пилить, когда просвета докачаем. Так, в принципе. Все, плюшки мы пооткрывали. Вот так вот, ребята, такая вот была акция интересная. Я не знаю, мне она понравилась. Только разобрался в ней, потому что непонятно было как-то попытки. Я коряво насчитывала. То есть она на трату и на покупку. За покупку вы можете открыть, а за трату вы можете ролить. В принципе, вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Всем пока.